нас сегодня получилось. Мы хотели сыграть ее от обороны строго. Хороший хоккей в исполнении двух команд. Ничейный счет, боевая ничья. Думаю, что закономерный по игре. Я соглашусь с коллегой. Хороший матч для зрителей, отличная погода. Боевой получился. Может быть, мы во втором тайме каким-то преимуществом все-таки территориально владели, но отдам должное команде из «Конефтяник». Они очень здорово играли в обороне, и мы не смогли практически ничего, кроме угловых, создать. Но и угловые сегодня у нас катастрофически не пошли. Да, итог закономерный. Переезжаем в Хабаровск. Я думаю, там будет не менее интересный матч. Вопрос наставникам команд. Ну, так вот сложилось, что первая игра в этом сезоне в Архангельске прошла со СКА «Нефтяника», завершилась она за счетом 4-4, и сейчас последняя игра в Архангельске, счет вновь тоже. Что вы думаете о таком с дежаву определенном, Олег Анатольевич? Ну, мы же счет не заказываем перед игрой, как мы можем думать. Я думаю, это совпадение, но, наверное, на данном этапе команды находились равные по силам, по игре. Тогда, по-моему, был другой матч, насколько мне известно. Сейчас он совершенно другой получился. Матчи разные, а результат одинаковый. Только цифры на табло. Матчи совершенно разные. Спасибо. Увидимся скоро. Конечно, очень скоро.